Вот такого опасного гостя увидела рано утром жительница шри-ланкийской деревни, когда открыла дверь и хотела выйти из дома. На веранду забрел почти 3-метровый крокодил. Люди позвонили в полицию города Хабарана и к ним направили команду специалистов. Однако справиться с грозной рептилией оказалось нелегко. Крокодил яростно щелкал зубами и катался по полу. После долгих усилий хищника удалось связать. Думаю, он пришел из соседнего водоема, который опустел, поскольку оттуда брали воду на полив. Крокодил пытался добраться до большего водоема на другой стороне деревни. Горемычного крокодила увезли из деревни и выпустили на волю в национальном парке Минерия. На Шри-Ланке обитает почти 100 видов змей и более 100 видов рептилий, в том числе крокодилов. Здесь встречаются два вида этих пресмыкающихся – грибнистый и болотный.